Работа плечом к плечу, молчаливая и безэмоциональная, слаженная и отточенная до мельчайших деталей. Бойцы сменяют друг друга в боевых парах, чтобы обеспечить непрерывность огня. В условиях реальных спецопераций повторить придется то, что многократно отрабатывали на учениях. Повторить без заминок, ведь они могут стоить жизни. Вся работа спецназа – это бесконечная тренировка. Январь 2018-го. Полигон для сотрудников силовых служб. Здесь тренируются ОМОН, СОБР и спецназ УФСИНа «Ураган». Пожалуй, одно из самых сработанных и дружных подразделений. По легенде, в здании преступники и заложники. К штурму спецназ готовится тщательно, но быстро. Захват должен быть без шума и пыли. Правда, зачастую так не получается. Спецоперации всегда разные и сложностью, и обстоятельствами. Только цели всегда одни – сохранить жизнь заложникам и задержать преступников. Каким образом проходит освобождение заложников? То есть оно начинается в том случае, если все методы, все меры, которые были предприняты для освобождения, это переговоры, ни к чему не приводят. И только тогда проводится силовая операция. Ну вот имитация этой силовой операции была сегодня вам показана нашими сотрудниками. То есть вы видите сами, что сотрудники обладают не только качествами там, хорошей огневой подготовки, обладают навыками высотной подготовки, взрывного дела, ну и, естественно, хорошей, прекрасной физической форме находятся. Спецназ Федеральной службы исполнения наказания в Ивановской области существует почти 27 лет. За это время сотрудники не раз подтверждали свою квалификацию и силу. В 90-х бойцы отправлялись в командировки Первой и Второй чеченских войн, участвовали в спецоперациях на Северном Кавказе. Через одного офицеров награды за доблесть и мужество. Чуть больше, чем за четверть века своей истории ни одного бойца спецназ «Ураган» не потерял. И что не менее важно, ни одного бунта в зонах края не допустил. В непростые 90-е внутренние войска передали свои функции УФСИН, и за силовое сопротивление преступников стал отвечать именно «Ураган». Было принято решение о создании спецподразделений. Так как внутренние войска свои функции отдали УФСИНу, такое подразделение было необходимо, потому что начались беспорядки в колониях, это дело надо было как-то регулировать. Служба в 90-х годах была очень интересной. Когда образовывался отряд специального назначения, не было спецэкипировки, обмундирования, вооружения. Все это материальная база создавалась в процессе службы. Сейчас с экипировкой бойцов проблем нет. Каждая задача подкреплена материально-технической базой. На любого специалиста свой боевой костюм. Например, классические непорядки в зоне спецназовец встречает так. В экипировку сотрудника входит защитный шлем с забралом для защиты от камней, осколков, стекла битого, бутылок. В общем, все тем, чем пытаются нас забросать участники групповых непонятий и массовых беспорядков. Бронежилет 5-го класса защиты. Щит-витраж также для защиты от камней. Конечно, защита локтей, коленей, плеч. В комплекте обязательно противогаз на случай задымления пространства. Передвигаться в таком костюме неудобно, зато надежно и безопасно. Свою форму имеют и взрывники. Костюм «Грот». Данный костюм весит 35 килограмм. Защищает от пехотных мин, от осколков пехотных мин при разминировании, от осколков гранаты F1, также от автоматных патронов. Состоит из защитной куртки, внутри у него еще есть бронежилет. Так, при нем в наличии это ранец, где находится необходимое имущество, это провода, это взрывные машинки, капсулы-детонаторы и прочее-прочее имущество, которое ему необходимо для выполнения поставленных задач. Работу взрывника в спецназе сложно переоценить. Им нужно открыть доступ бойцам в помещение быстро и эффективно, не ранив своих и дезориентировав противника. Взрывники имеют такую обязанность, когда нужно при штурме какого-то помещения, здания открыть, к примеру, дверь или железные решетки вскрыть взрывным способом. То есть для этого и нужен взрывник.
Мы используем в основном электрический способ взрывания, когда ко времени производится взрыв. То есть, соответственно, люди, они находятся в это время в укрытии, либо за щитом, либо за стеной. Вот. И после взрыва происходит штурм этого помещения. Понятно, это тренировка, причем щадящая. Как правило, осужденным терять нечего. Поэтому, если они нападут, то в полную силу, не беспокоясь о последствиях. На такие случаи и нужна форма соответствующая. Экипировка сотрудника – это защитный шлем второго класса защиты. Держит, скажем, пистолетные пули, автомат АК-103 с интегрированной планочкой, на которую также дополнительно крепится фонарь, крепится также дальномер, крепится специальные устройства, как и дополнительные лазерные приспособления, лазерный целеуказатель. Также в экипировке присутствует короткий ствол, это либо ПМ, либо пистолет ПЯ. Также обязательно наличие защиты на локти, защита на колени. Уничтожить не моргнув, так обычно говорят о снайперах. У них в спецназе свои задачи – быть не только меткими, но и незаметными. Длительные засады в лесном массиве, в бескрайнем поле или на городском ландшафте – на каждый сезонный пейзаж свой костюм. Экипировка инструктора-снайпера. Защитный маскировочный костюм МОХ. В данном случае на нем одет летний вариант костюма. И в наличии еще имеется для выполнения задач в зимний период времени, в городских условиях. Вооружение – винтовка СВ-98 со снайперским прицелом. С собой всегда в наличии он должен носить шансовый вот этот инструмент. Здесь находится саперная лопата, нож, термос. Цветы, листочки в комплекте. Задача любого спецназа – обеспечить безопасность населения, предотвратить угрозы. Речь об угрозах, о которых не принято говорить и даже думать. В зонах региона различные сроки отбывают воры, насильники, убийцы, террористы. Годами они находятся вместе, за решеткой, в условиях тяжелых для психики. Как бомбы замедленного действия, они могут в любой момент стать опасными для самих себя. И что главное – мирных людей по ту сторону решетки. Не допустить бунтов, побегов, беспорядков и должны бойцы ОСН «Ураган». Работа спецназа – это вообще всегда быть в постоянной готовности на случай, если что-то произойдет. Соответственно, мы применяемся здесь и при чрезвычайных обстоятельствах, и при чрезвычайных ситуациях, как и природного, так и техногенного характера. База «Урагана» – дом для бойцов. Здесь они проводят большую часть времени. Бывают определенно чаще, чем в семьях. Поэтому тут все для комфортного существования. Во время учений, операций и усилений проводить здесь приходится сутки напролет. В двухэтажном неприметном с виду строении есть учебные классы, рабочие кабинеты, кухня и раздевалки. Ну, посмотрим на примере одного из шкафчиков, что хранится у бойца. Вот. Вот форма для повседневной носки, камуфлированная. Ну, это полевая форма одежды, как таковая. Костюм «Склон», влага-ветрозащитный. Очень удобный, то есть он в основном для осенне-весеннего времени суток, времени года. Зимний комплект. Вот у нас зимний есть такой, есть тоже защитного цвета зеленого. Везде сдержанный интерьер, все по линейке, дисциплина почище, чем в армии. Впрочем, как и подготовка, она на зависть силовым ведомствам. Боевая, строевая, альпинистская. Каждый боец – универсальный солдат, который может сразиться в схватке один на один, стрелять, как заправский охотник, и бегать не только как спринтер, но и как марафонец. Если мы считаем, что служба в спецназе – это наша жизнь, то, естественно, у нас нет ни выходных, ни проходных, ни отпусков. Поэтому мы всегда, находясь в отпуске, находясь на выходных, то есть обязаны понимать, что мы служим в спецназе, и любой день отдыха, любой там день, недели отдыха, например, она – это шаг назад в твоей подготовке. Спортивный зал не пустует никогда.
Подготовка сотрудников физическая ведется ежедневно не менее 2 часов в день, не менее. Вот. Она состоит из боевых приемов борьбы, легкой атлетики, прикладной гимнастики, комплексных занятий. Это связано также с бегом по пересеченной местности, плавание, лыжная подготовка, вот, марш-броски в составе подразделения. Вот. Далее очень много у нас уделяется тактике специальной подготовки. Спецназ – это элита внутренних войск. Здесь служат самые подготовленные, самые сильные, смелые, сработанные, устойчивые, готовые всегда и ко всему, существующие на пределе человеческих возможностей. Самые-самые, что для кого-то подвиг или надрыв, для них – будни. Сергей – один из немногих бойцов «Урагана», которому можно показывать лицо, выходить к камерам без маски. Он – личность медийная, правда, поневоле. Многократный чемпион России, Европы, мира по различным видам единоборств. Один из 3 сотрудников «Урагана», который носит краповый берет – высший символ поощрения военнослужащих подразделений спецназначения. 3 краповых беретов в одной части нет во всем регионе. Чтобы получить форменный головной убор цвета крови, символ силы духа и воли, необходимо выдержать 12-километровый марш-бросок, полосу препятствий в экстремальных условиях, стрельбу, штурм высотного здания, акробатику и 12-минутный спарринг с действующими краповиками, без отдыха и передышки. Проходят такие испытания не все. Сдать на краповый берет физической подготовки мало, потому что в любом случае нужно будет перешагнуть через себя. Инструктора, которые принимают на квалификационные испытания, смотрят не на физическую подготовку, а смотрят на предел человека. И когда рано или поздно он наступает, и ставятся другие служебные боевые задачи, которые нужно выполнить, несмотря на то, что устал. Если ты их выполняешь, то, соответственно, ты смог перешагнуть себя, победил себя. Не зря есть такое выражение: победишь себя, будешь непобедим. Если, несмотря на усталость, ты выполнил эти боевые задачи, значит, ты сможешь двигаться дальше и спасешь товарища. Работа спецназа полна парадоксов. Быть сильным здесь мало, нужно иметь холодный и расчетливый ум. На зубок знать законы, уметь стратегически мыслить и прогнозировать развитие любой ситуации. Служить в условиях постоянной готовности могут не все, поэтому и отбор в элитные подразделения тоже элитный, многоступенчатый и плотный. Спецназ ошибок не прощает, даже кадровых. Сегодня необходимо пройти тестирование психологическое, оно у нас особенное. Не все проходят, даже сотрудники, которые сейчас являются работниками уголовно-исполнительной системы, они не могут пройти тестирование для кандидатами являться именно в отдел специального назначения. Второй этап – это ВК. ВК мы проходим по первой группе. Соответственно, необходимо хорошее здоровье. Ну и уже последний этап, ну, естественно, собеседование с руководством отдела о желании служить в отделе. У бойцов спецназа не должно быть лиц и имен. На заданиях они всегда неузнаваемы из соображений безопасности. Личная информация, данные о семьях под строжайшим секретом. Соглашаясь работать в спецназе, бойцы подписываются под безвестностью. Сюда идут не за карьерными вершинами, не за славой и благодарностью. Кто их спас, люди, как правило, не знают. Одинаковые маски и форма делают бойцов почти идентичными. Они врываются в самый эпицентр стресса и боли, мгновенно и эффективно решают боевые задачи и также молниеносно исчезают. В новостях о победах и успехах спецназа говорят всегда одной строкой, а чаще словом – обезвредили, ликвидировали, освободили. Служить в отделах спецназначения я хотел, наверное, с самого детства. События, которые повлияли на мое решение, наверное, было впервые – это захват школы в Беслане, то есть тогда вся страна, да и весь мир вздрогнул, то есть смотря это по телевизору, по новостям. И как у меня, как и у многих мальчишек, появилось желание как бы быть на месте тех бойцов, которые участвовали в той операции.
Универсальный солдат – не пустые слова. У бойца спецназа должна быть холодная голова, крепкие мускулы, еще крепче дух и нервы. Кажется, привыкнуть к взрывам и стрельбе невозможно. Но сотрудники спецподразделения доказывают обратное. Заслон из сотрудников, засада, захват, задержание. Задача – отработать навыки реальной спецоперации. Вариантов возможных действий – десятки. Учесть все нюансы кажется невозможно, но быть готовым ко всему команда сумеет. Взрыв всегда служит стартом спецоперации. Своих он мобилизует, соперников приводит в панику или обращает в бегство. Захват преступников, передвигающихся на машине, имеет свою специфику и свой сценарий. Необходим навык. Во-первых, здесь ограниченное пространство. Во-вторых, машина сама по себе средство повышенной опасности, не говоря уже о вооруженных до зубов злоумышленниках. Важно провести зачистку так, чтобы не пострадали мирные, а еще лучше ничего даже и не заметили. Цель занятий – это добиться совершенства индивидуальных навыков и техники каждого бойца и, соответственно, взаимодействие и слаженность сотрудников в группе захвата, в группе применения спецсредств, в снайперских парах. И взаимодействие во всех этих группах во время выполнения, как говорится, самой операции. Весна 2018-го, еще одни полевые учения, лес, холод и грязь. А нужно бежать полосу препятствий во всей боевой экипировке с оружием, в жилетах, шлемах и масках. И тяжело, и неудобно. Руководитель учения раз в пару минут меняет задания, условия и обстоятельства. Нужно сориентироваться, не теряя темп, даже если придется тащить на спине товарища. Всегда рядом бронеавтомобиль «Выстрел». Именно он быстро доставит спецназ на место ЧП в случае необходимости. Автомобиль оснащен автономным отопителем, позволяющим поддерживать рабочую температуру в отделении для экипажа вне зависимости от работы двигателя. У «Выстрела» урагана белые номера, он может передвигаться без сопровождения, а значит выдвинуться по первому требованию. Если автомобиль подорвали для быстрой эвакуации личного состава или быстрой загрузки раненых или убитых лиц. Люки открываются и фиксируются. То есть за ним можно спрятаться как за щитом, чтобы в тебя там при массовом порядке кирпичом не кинули или еще чем-то. Есть бойницы, через них можно вести бой. Достаточно вездеходный, у него формула колесная 4х4, проходит практически везде, угол съезда большой, въезда большой угол. Броня лобовая держит с 300 метров крупнокалиберные пулеметы калибром 12,7. Боковая броня держит с 30 метров СВД винтовку 7,62. Состав урагана обновляется и пополняется довольно редко. Опытных бойцов здесь ценят, слаженность действий нарабатывается годами. Психологические тесты, которые периодически проводят психологи УФСИН, показывают, в спецназе, пожалуй, самая здоровая рабочая атмосфера. Сами бойцы говорят, что они по меньшей мере друзья, а вообще как семья. Как бы спецназ сам по себе это братство, и здесь не терпит никаких не должно быть единоличников никаких. Все должны работать в команде, друг друга поддерживать. Обязательно надо иметь холодный, расчетливый ум и думать в первую очередь, все остальное потом. Спецназ – опора, структура УФСИН в тяжелые времена, надежный тыл, защита и, конечно, кулаки в случае необходимости. Люди, которые готовы всегда, бойцы без страха и упрека. Максимум силы, выдержки и выносливости. Соперникам они внушают страх, остальным – уважение. Хотя соперников у них нет и быть не может, слишком неравны силы. Отрядов специального назначения много, а ураган – один.